Здравствуйте! Сегодня мы рассматриваем пуловеры летние, женские, Англия. Разнообразные размеры, тоже от больших до маленьких, от теплых до совсем-совсем летних. Вот, например, такой пуловер очень красивый. 12 размер написано, похоже на 42-44, очень легкий, летний. XL, здесь смотрите, вставочка, джемпер. Здесь от... Почистить роликом, это именно от одежды, так и волоски. Качество здесь хорошее, замечательное. Водолазка, размер 42-44, такая лапша прямо материал. Marks & Spencer, размер 44-46, очень легкий такой, цвет прямо глубокий, насыщенный. Белый джемпер здесь, размер 44, думаю, 46 на запахе, он не застегивается, тоже очень легкий. Платье, теплое платье, 14 размер написано, я думаю, что здесь 48 даже, вот в принципе хорошо себя 50 буду чувствовать, такое удлиненное, тепленькое. Туника, теплая туника, размер здесь... Я думаю, 48. Здесь есть небольшое пятнышко. Оно хорошо, видите, чистится. На тунике асимметричный подол сделан и карманы. В принципе, вещь такая интересная, тоже плотная. Джемпер 40-42, атмосфер. Платье Джорджи. Размер, думаю, 44-46. Можно к 48, конечно. Такое плотненькое. Джемпер размер М, здесь такие очень интересные вставки из кожи, сам материал тоже мягкий, здесь вот видно небольшие катышки. Легкий летний джемпер, я думаю, что здесь 46-48, такой достаточно прозрачный, вы это видите. Спина оформлена, посмотрите, ой, какая красота. Джемпер Гап, размер S, тоже приятный материал. Здесь у нас размер 46-48, небесного цвета, прямо приятного. Размер М, очень хороший, теплый, утепленный такой. Здесь, я думаю, 44-46, укороченный джемпер. Размер L, светлый, шикарный, классический джемпер, прямо очень мягкий. Водолазка. Она у нас размер L, Джорджия. Здесь небольшие вот, вот именно от других вещей. Вот здесь чуть-чуть катышки. Их можно легко убрать машинкой. Платье туника 42-44. Тоже чуть-чуть небольшие катышки есть. Джемпер туника Эсмара. Размер 38. Достаточно прозрачный. Джемпер мужской, заявлено женский, здесь даже мужской, размер L. Здесь видно небольшие потертости чуть-чуть, а так тоже очень красивый. Это еще не все. Продолжаем. Джемпер похож на мужской, мужской джемпер, размер XS. Также достаточно плотный. Женский джемпер написан размер 16, с таким пикантным бантиком. Джемпер Marks & Spencer, прямо с этикеточкой, видимо, был очень приятный, 46-48. Джемпер без застежек, кофточка, здесь тоже 46-48. Цвет такой изумрудный. Размер S, здесь написано, но достаточно она большая. Также мягкий материал, размер 40 написано. Здесь небольшие катышки, но, видимо, скорее всего, просто от того, что он лежал плотно с другими вещами. Также Marks & Spencer 44-46 на застежках, такого болотного цвета. 36 размер написано здесь, достаточно приятный такой материал, без видимых дефектов. Туника достаточно большая, мода написана, посмотрите, на запахе она. Поэтому размер, если смотреть по плечам, то максимум 46-48 размер. Достаточно длинная. Тоже такая плотная. Размер М.
мужской джемпер, водолазка белая классическая, 12 размер, тоже ткань лапша, джемпер размер М, женский джемпер, посмотрите, здесь небольшая сборка, удлиненный, здесь посмотрите, вот сейчас увидела, вот запыленность уже все убрали. Очень яркий джемпер, 44-46, достаточно такой прозрачненький, легкий. Женская туника 24 на запахе, также кофта это. Здесь 48, в принципе, спокойно себя будет чувствовать. Большой размер, большой, здесь 2XL, скорее всего, Джорджи. Очень легкий материал. Так, далее у нас мужская туника, мужской джемпер. Размер здесь XL. Так, дальше у нас также мужской, написано украинский, 8 размер, S. Ну, такой тоже плотный трикотаж. Marks & Spencer, 44-46, бирюзовый цвет, очень приятный. Размер L, мужской джемпер. Качество хорошее. Женский джемпер, написано размер 12. Тоже качество изумительное. Прямо очень приятное. Женская туника Джорджи 48-50. Очень легкая, рукава 3 четверти. Чуть-чуть здесь подраспустились ниточки, но я думаю, что это не критично. А вот такая интересная, такой джемпер, интересная штучка. 16 размер написано. Вот посмотрите, достаточно прозрачная она, туника удлиненная, женская размер 48-50. Это еще не все, и мы продолжаем. Кофта у нас размер 44, спинка очень интересно выполнена. Кофта на застежках 46-48, такой приятный мягкий материал. Безрукавка размер L. Большой размер L, атмосфер, джемпер. Здесь видно небольшие чуть-чуть катышки. Их можно устранить. Джемпер тоже, я думаю, размер L. Такой приятный цвет, красивый прямо. Шерсть. Джемпер размер L. Здесь такие пайетки придают воздушность. М размер, очень интересно выполнен воротник. Вот здесь, посмотрите, есть небольшое, сейчас увидела загрязнение, но оно практически даже и убралось. То есть спокойно, абсолютно можно его убрать. Также размер L, джемпер мужской, достаточно мягкий он, приятный. Женская туника, написано размер 18, но она объемная, с таким воланом внизу. Легкая. Джемпер мужской, размер L. Также приятно мягкий. Как футболка такая вязаная, тоже размер L. Достаточно он прозрачный. XL размер. Здесь тоже с укороченными рукавами, но достаточно плотный трикотаж. Кофта 40-42. Платье здесь у нас 44-46 размер. Очень интересно, глубокий цвет и с кармашками. А кофта 46-48, очень мягкая, очень прямо приятная. Водолазка XL, тоже такая достаточно плотная. Кофта у нас размер 112 либо 40. Здесь видно небольшие катышки, их также можно спокойно убрать. А джемпер такой детский размер, 40. Кофта H&M на 170 ростовочку. Джемпер мужской, сайз M, размер M, такая достаточно интересная. Размер S кофта. Очень тоже тонкий такой, но хороший материал. Водолазка у нас размер также M, я думаю. Здесь просто от другого попало. Лапша здесь материал. Светлая классическая водолазка. Размер
N, такая достаточно здоровая. Вот здесь вот есть небольшие загрязнения, но видите, они прямо убираются на глазах. Поэтому также не критично. Кофта Атмосфер, размер 44 на пуговках. Белая Джорджи, такая легкая кофточка, летняя, 46-48. О, какой шикарный цветок. Здесь размер L, это женская блуза, такая достаточно легкая. В шикарном оформлении. Здесь тканевый цветочек сделан, очень мягко, ничего не колется. Размер L я уже сказала. Спасибо за внимание. Все подробности этого лота можно посмотреть под видео.